Надоели однообразные сервера. Ты почти уже убежден, что DarkRP проекты создаются только ради денег. Админский блат не знает предела, и теперь на некоторых серверах нельзя даже нормально купить маники, если ты не друг или же родственник создателя. Сам факт того, что на сервере можно что-то приобрести за реальные деньги, вызывает у тебя неконтролируемые вспышки ярости. Ты уже выучил наизусть большую часть преролов у своих любимых ютуберов. Избитые тезисы в стиле отзывчивой администрации и интересных работ уже тебя не берут. Но где-то в сердце все же остается небольшая надежда на качественный РП-сервер. И мы здесь именно для того, чтобы растоптать ее на. Худшие аддоны были собраны специально для того, чтобы ваш компьютер мог спокойно делать для вас яичницу. Баги, которые мы не хотим фиксить вот уже 5 лет, при условии, что серверу чуть меньше, чем 2 года. Ужаснейшая работа любой администрации, ведь если она себя показывает хорошо, то мы кидаем их в котел с кипящим. Вечно сидящие микробандиты на маниках заработали не только миллионы долларов, но и геморрой размером с дыню. При подготовке обновлений создателями употребляются конские дозы самых тяжелейших а также Остатки от них выбрасываются ивентером, чтобы они могли вас радовать интересными событиями. А по специальному промокоду WELCOME ты получишь яхту, вертолет, 10 миллиардов триллионов денег, годовой запас сухариков 3 корочки и пожизненный запас нервов для игры на DarkRP. Переходи в описание, мы не ждем тебя! Здорово, народ, сегодня не Гарри Смот. Вот это я стиль, я, конечно, раздаю. Рифмы там какие-то, надо будет в рэп ворваться обязательно. Но сегодня не об этом, а о том, то, что в Телеграме я недавно писал о том, что я насобирал достаточно материала по двум играм и предложил вам вместе со мной выбрать, какую из них выложить первее. Путем голосования было решено, чтобы я сначала выложил Roblox, а именно шутеры в Roblox, которые мне понравятся. От такого ролика каждый получит что-то полезное. Например, кто-нибудь найдет режимы, которые ему были неизвестны, и они ему понравятся. Кто-нибудь другой зашел, наверное, потому что устал от DarkRP и хочет посмотреть что-то другое. Ну а я не вправе вам в этом удовольствии отказывать, потому что сам кайфую от того, когда не играю в Гаррис Мод. Поэтому погнали. А, и кстати, про голосование в телеге, мы в нее вернули стикеры, которые всем давным-давно полюбились. Поэтому заходи в телегу по ссылке в описании, а в шапке этого канала можешь найти ссылку на стикеры. Я зашел в еще одну такую стрелялку. Ну я потише сделаю, наверное, да? Королевский рельсовый пистолет. Ну на пистолет это не похоже. Круто. Кто это озвучивал? Готов. Давайте за синих теперь. Все, натанцевался, пойдем драться, мужик. Оп-оп-оп-оп-оп. Ого. Господи, что? Куда я попал? Все как будто вкинулись. Да господи, что за бред? Я не понимаю, как в это играть. Я кого-то еще убить умудрился. А как я это сделал вообще? Как меня убили? Говнорежим какой-то. Что мне Эльпива посоветовал? Я кого-то убил еще. Ага. Доигрался. Я еще кого-то убивать умудряюсь, серьезно? Троих завалил, это как? Как я это делаю? Не, ну вроде от шутана какого-нибудь, от подобного режима должно удовольствие какое-то, да, получать человек. Но что-то я удовольствия не получаю. У меня такое ощущение, что все в один момент просто объебались резко и все. Все, погнали. А, ядра, которые взрываются. Вы, ребята, точно поехали башкой. Просто не понимаешь, что тут происходит. Пиздец. Я как будто... О, я еще и мячиком зарядил кому-то с того света. Что тебе? Гитара? Авось попаду. О, я еще и двоих завалил. Что это за бред? Тут разрабы, видимо, поняли, что оружие редкостное говно и дали просто задание просто по одному киллу сделать. Критую еще, вот это да. Максим 9. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог я отсосал в Роблоксе, не жалея рот. О, плетка появилась. Ого.
Ого, новый ствол какой-то. Еще новый ствол какой-то. Не, ну вот так уже поинтереснее, а то я не понимаю, как с чего стрелять. Домой. Домой. Победитель Кака 55-123. Вот это да. Гача онлайн мне что-то не особо вкатывает. Готов. Что это было? Он сальто сделал в воздухе или что? Он даже не стрелял по мне. Что за рега конченая такая? Ебать, он телепортируется, конечно. Вот я про что и говорил. Тут не все в порядке с этим. Пиздец. Ладно, на перезарядке поймали. Это я дебил. Вот они телепортируются. Это неиграбельная хуета. Нехуй снайперить. Я уже ушел за укрытием, мне все равно вот пули как в особо опасен там прилетают из-за угла, охуенно. Ну ёпта, залезь. Ну блять, запрыгни ты, инвалид. Я за инвалида играю, ёп вашу мать. Это что за хуйня, я не могу вылезти оттуда что ли? Ёб твою мать, у меня класс 5 открылся, инвалид. Зато ему дали автомат, блядь. Как кто его допустил к оружию? Кто ему доверил огнестрельное оружие? Я не могу понять. Он вообще не в меня стреляет, это что за пизда? Да он там телепортами еще передвигается. Ёбаный в рот. Вот тут надо тренироваться для киберспорта, отвечаю. Домой, нахуй. Вылез он, блядь, проверить, кто там бежит. А это я тут бегу. Ага, понял, ну ладно. Блин, сайга кайфовая пушка, мне всегда она нравилась. Ну? А, точно, я же за инвалида играю, ребята, сори. Забыл, слишком высокие требования. Залезь на ящик деревянный. Ура, мы победили! Вот это да! Пиздец. Ладно, надевай маску. Лежать плюс сосать. Ой, блядь, там все по телефонам сразу. Ого. Ого. Куда? Нихера! Братва, подождите! У меня рейд! Вы не можете ее налырить, блядь! Помоги мне, сука! Такое ощущение, что я по сковородке стреляю. Помоги мне! Реально по сковороде накидываю. Ограбление пошло не совсем. Помоги мне, сука! Ёб твою мать. А граната есть там какая-то? Нет. Блядь. Блядь. ФБИ! Как я живу, я столько пуль перенес, я что, на фусте каком-то играю? На Dark RP, блядь! Вызывай админа этой НЛР, сука! Блядь! Тайзер такой же, как там! Суки! Да я Борис хрен попадешь, иди нахер! На, я попадаю вслепую уже по тебе, браток! Тебе тайзер не поможет! У меня иммунитет к нему! Потрошки... Иди нах! Что, бандиты какие-то пришли? Серьезно? Я за мирным спрячусь. Лежать. Давай, поднимайся, браток. Что ты там машешь? Подъем, галерка, пошли! У нас работы еще полным-полно. Все, мы вроде бы ухлопали всех, правильно? Братан, иди сюда! Я знаю, куда нам надо, я уже тут был. Он еще и перекатывается. Сука, иди ко мне. Охват не сделал. Готов. Вау, я что, убил кого-то? Да, я убил кого-то.
откуда вы берете, сука? Перезарядиться даже не успеваю, что за зараза такая? Бегут с одной другой стороны, я не знаю, что мне делать. Это разве честно? Ух, я чуть не опиздюлился, кстати. Нож? Я могу еще и нож кидать. Я в нее с кайфиком буду гонять. Да вот так надо, дядя. Мне ассист как килл засчитали. Учись, сынок. И тут и сенса адекватная. Не нужно ничего по 300 раз настраивать. Готов, дядя. Не туда ты смотришь. Готово. Так, стоп. А, вот подкат на С. На бегу да надо. Куда? Куда ты уходишь? Перезаряжаемся. Я тебя закружил, дурака, бля. Ай-яй-яй-яй. Не бей, не бей. Нормально, двоих забрал. Еще и в подкате, стильно. Вот третье лицо бы включить, я бы с кайфиком еще поиграл. От третьего лица. Мне вот нравятся игры. Так можно сделать. Запизделся, и теперь и меня еще вынесли. Ох, вот это меня прям вынесли солидно. Доминирующая легкая игра, не шути. А, в смысле? Так я же блогер, как мне не шутить? Дядь, захватывать надо вообще-то. Ох, блядь, как я его убил, пиздец. Пиздец, что за месиво? Ребята, я не понимаю, куда воевать. Ты куда там прыгаешь? Дайте пожить нормально, суки. Ё-моё! Привет. Вот я вас заманил, Дуралеев. Привет. Да дайте перезарядиться, сука. Меня догоняет кто-то, какой-то чел. Ой, двоих сразу в проходе встретил. Ребят, проходите. Привет. А нож я... О, я получил нож. Надо просто запоминать, куда он улетает. Да, тут запомнишь. Ух! Привет. Я думал, я еще и третьего успею забрать. Блин, нож такая тема крутая, ребята, вам отвечаю. Главное, просто одного попадания хватит. Надо просто прицелиться, постараться. И все, чела нету. И патрошки бесконечные. Чисто бегаешь, чилишь вообще. Вот здесь стреляешь, когда... Мне нравится, мне нравится. Я обожаю этот режим. Я вот поиграю сутки в него, и я буду обожать его. В нем очень просто стрелять. Это то, что нужно в шутерах. Ты просто бегаешь, стреляешься, не думаешь ни о патронах, ни о чем. Братва, мы их одолеем! А, блядь! Меня из лука убили, серьезно? На! Уложил с кулачка его, нормально. Отомстил за эти ваншоты из лука. Не, этот кайфовенький режим, мне нравится. Чем-то мне не угодила у людей правая рука. Ага. Кулачок еще сработал. Готово. Не, с лука не так уж и трудно попадать здесь. Блин, я думал, влечу с кулака, хотя бы одного с собой заберу. Ну ладно, окей, давайте. На, кулаком. Пацан, ты смотри по сторонам давай. Давай, ББ. Ой-ой-ой. Давай, ББ.
Нормально я так серию сделал. Троих вроде бы успел завалить. Надо побить свой рекорд. Не, лук имба, кажется. А, как я не попал? Немного. Братан, ну ты хоть оглядывайся, я перед тобой проскочил вверх. Братан, не-не-не, ты эту точку не забираешь. Отбираем Б, братва, я вас прикрою, давай. Все, забрали Б. У нас А забирают, ребята. В бой. Завтыкал, что ли, опять? И ты, что ли? Браток. Ну это уже не прикольно. Готово. Что ты, мышкой вертеть не умеешь, дядя? Снайпер, серьезно? Сэмки меня еще бахнул. Да стой ты, господи, куда ты убегаешь? Готово. Они все на дорогу выходят. Вроде бы это самая моя нормальная будет точка, где я буду снайперить. Но я что-то туплю. Привет. Привет. Шо? Я четверых забрал. Вы чё, ребята? Я же вообще по красоте сейчас все сделал. Еще. Вылезай. Не вылез. Еще. Еще. Нормально. Пинг все-таки меня иногда не спасает. Еще. Третье место уже. Пинг 130. Я хуею. Ай-яй-яй-яй-яй. С лука меня завалил. Привет. Привет. Вон, видите, как лагает. Я еле их убиваю по факту. Это что такое? Как это? Это как? Как я такую комбу замутил? 6 киллов или сколько там было? 6, да. Привет. Прикольно я оттолкнулся. Вот такой мне модификатор нравится на прыжке. Привет. 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 Да, такой стрик. Я за одну жизнь сразу 7 завалил.